Ну, нет, чудеснее, друзья, подписчики, чем гулять по лесу. Идем в сторону родника. Спускаемся с возвышенности. Солнце светит, 5 сентября, тепло, хорошо. Ветра сейчас вообще нет. Идешь и радуешься созданию Божьему. Очень здорово. Очень красиво. Предосенний лес такой. Воздух чистый. Ароматы уже такой свежести осенней появляются. Но еще слабый, но уже есть. Сейчас дойдем до родника, посмотрим родничок, посидим, отдохнем. Напоминаю, сегодня 5 сентября 2018 год. Идем, спускаемся к роднику. Чишма. Ну вот, друзья, ни ветра, ни чего не шелохнется. И, конечно же, красота. Тишина какая. В эту пору птички не поют. В июне здесь просто стоит шквал песен птиц. Сейчас. Сейчас ноль. Осень сухая, грибов нет. Поэтому только созерцание, фотографирование, съемки, видео. Красота. Но без грибов, конечно, не очень-то хорошо. Но зато нет дождя. Вон я таких хожу по лесу. Хотя особо в чаще не захожу. В основном по дорожкам. Но тем не менее. Ладно, друзья, закончим пока.